Добрый день, друзья! Сегодня у меня для вас вкусная идея, которая не раз выручала в дороге. Булочка-кармашек. Начинку можно использовать любую. Тесто несложное в приготовлении и изумительное на вкус. Всегда кстати. В школу, на пикник или просто чай попить. Для приготовления теста нам понадобится мука, яйцо, соль, сахар, сухие дрожжи, теплое молоко, можно заменить на кефир или воду, растительное масло и масло для смазывания булочек. В отдельной миске просеиваем муку. Делаю углубление, добавляю теплый кефир, растительное масло, соль, яйцо. Перемешиваю до однородного состояния. Добавляем сухие дрожжи и постепенно вводим муку. И замешиваем мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место на 30 минут. По истечении времени достаю тесто. Разминаю. Делю его на равные части. Каждую подкатываю в шарик и накрываю пищевой пленкой, чтобы шарики не заветривались. Теперь по очереди раскатываем каждый шарик в небольшой круг, диаметром примерно 18 сантиметров. Половину теста смазываем растопленным сливочным маслом, можно заменить на растительное. Складываем пополам, также смазываем маслом и еще раз складываем. Открытый край аккуратно защипываем. Готовые булочки выкладываем на противень, засланный пергаментной бумагой. Из данного количества теста у меня получилось 10 булочек. Сверху смазываем желтком, посыпаем кунжутом и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 35-40 минут. Готовым булочкам дать полностью остыть. Я обычно перекладываю их на полотенце и накрываю. В таком виде остужаю. Готовые булочки наполняем начинкой. Она может быть любая. У меня лист салата, сыр, колбаса и помидор. Получается очень сытно и вкусно. А как выглядит, просто превосходно. В дорогу, на работу или школу можно взять такой аппетитный бутерброд и полакомиться в свободное время. Очень люблю нагревать такие булочки в микроволновке. Они после нагрева получаются мягенькими, как только из духовки. Точно из такого же теста я делаю пиццу. Ссылку оставлю в описании под видео. А чем вы бы наполнили такие булочки? Пишите в комментариях. Очень интересно узнать ваши варианты. Всем приятного аппетита! С вами была Неля. До новых встреч!